Вот еще интересная задачка, 21. Давайте сразу нарисую проекции вот так. Значит, у нас есть стержень, можно нарисовать такой. По нему течет ток, получается, от нас. И он в итоге двигается вверх, закатывается. B направлено туда, G у нас вниз. Так, смотрим стержень силой тока в поле, двигается с ускорением вверх. У нас угол данный, это хорошо. Найдите отношение массы к его длине. Окей, значит, у нас действует какие силы? МЖ, во-первых. Ой, здесь с углами будет так. МЖ, потом у нас действует сила ампера со стороны поля. Пальцы по току линии входят в ладонь, в левую руку. Значит, палец у меня получается вправо. Вот так. F ампера. Трение есть. Я решал подобную задачку, но там было еще трение. Здесь трения нету. Что в целом, в общем, чуть-чуть облегчает задачку, потому что иначе нам бы пришлось. А, нет, не сильно изменяется там. Ну, в общем, да, здесь еще есть N. Надо не забыть. Здесь еще есть N. Ну да, силы трения вроде нет. МЖ, F ампера, ускорение. Ну, походу, все. Так, получается, что... Значит, здесь мы оси возьмем вот так. Туда, как обычно, будет x. Ну да, сюда будет y. Тогда по x. Что там у нас происходит? По x это у нас вот так. Давайте с углами разбираться. Ну, давайте с МЖ. МЖ, как обычно, у нас, значит, это минус МЖ по х на... Она вот здесь. Нам нужно ее положить вот сюда. Получается, угол альфа здесь, угол альфа здесь. Так, противолежащее на синус альфа. На синус альфа. Так, что еще по х у нас есть? Сила ампера, она получается тоже будет или нет? Так, сила ампера получается у нас вот это альфа, угол вот такой. Хоп, нет. Хоп, вот так. Получается, что это будет косинус плюс сила ампера на косинус альфа. И это все равно ма. То есть сила ампера такая сильная, чтобы затаскивать. Энки нету. А по игреку нам не надо. Вот если бы была сила трения, тогда бы да. А здесь, походу, игрек нам не нужен. Но сейчас посмотрим. Значит, получается F ампера это ИБЛ на косинус альфа равно МА плюс МЖ синус альфа. Так, и нам нужно найти массу делить на L. Выносим массу, делим на L. Остается а плюс g синус альфа. Синус альфа здесь, с этой стороны, и b косинус альфа. Получается, что m на l и b косинус альфа. Косинус альфа делить на а плюс g синус альфа. Вроде так. Угол нам дан, b нам дано. Так,
А дано и дано. Да, вроде все. Так. Давайте двух-четырехминутный перерыв и продолжим. Так, прием, прием. Продолжаем развлекаться с физикой. Так, мы остановились. Ну, в основном, то, что мы сейчас разобрали, это все были сила Ампера и сила Лоренца. Теперь давайте посмотрим. А, кстати, еще. Давайте посмотрим эту же задачу, если бы. А я вот буквально там пару дней назад такую задачу решал, меня попросили помочь. Если бы здесь еще была сила трения. F трения. Вот. Тогда бы нам понадобилась еще y-ковая часть. У нас в x-овой добавилось бы... А, нет, да, просто F трения, только минус. То есть вот здесь еще, давайте другим цветом, была бы к x-у минус F трения. Вот. И мы бы тогда рассматривали еще и y, который был бы такой. Вверх действует n, вниз действует mg, но только теперь противоположная функция на косинус альфа. И минус, то что получается против y, минус f ампера на синус альфа. И равно нулю, то что ускорения по y нет. Вот. И тогда бы мы расписывали силу трения как мю на n, мю n. И n выражали бы вот отсюда. Сейчас все дальше расписывать не буду. Если хотите, можете для себя такую задачку решить. Вот, то есть выразить отсюда n, подставить вот сюда и получить просто то же самое уравнение, только здесь еще будет там мю умножить на скобку. Вот. Не сильно усложнять задачу, но, конечно, вот с синусами и косинусами легко запутаться.